Приветище! Мы снова играем в Slime Rancher. И как ты помнишь, по последней серии мы только что открыли вот эту вот огромную дверь. Огромным слаймовым ключом. И давай же зайдем и посмотрим. Воу, по ту сторону нам сразу же дали достижение. Мшистый покров называется данная локация. Ну что ж, сейчас мы посмотрим, что у нас здесь такого чудного. Откроем карту. Воу, ты глянь только, какая она здоровая, эта локация. Как здесь красиво, вот эти вот цветы, особенно вообще... это цветы или ягоды? Непонятно пока. Ладно, потом разберемся, что это такое. Воу, слушай, ну здесь круто. Круто, здесь так необычно, не так, как в предыдущих локациях. Нифига себе, это колодец. Мы сейчас спустимся в колодец. Давай, прыгаем. Па-пам. Это кто? Розовый слайм. Розовый слайм. А там у нас котята. Ну, мяуровые слаймы. Здесь курица. О, ребята, да вы тут купаетесь. Да, круто вам здесь. Хорошо, охлаждаетесь. Так, знаешь, что я хочу? Я хочу вон туда залететь. Там что-то есть, по-моему. По-моему, там что-то есть. Сейчас посмотрим. А, это грибы. Это грибы. И, конечно же, сокровищница, которую я еще пока не могу открыть. Все понятно. Грибы привлекли мое внимание. Шагаем дальше. Какой-то подъем. Котята меня куда-то ведут. Ну, давайте, давайте, шагайте. Видите меня? Ладно, я вас опережу, вы меня догоняете тогда. Что у нас здесь? Опа! А там у нас еще одна дверь. Надо бы где-то раздобыть слаймовый ключ. И я предполагаю, что она ведет на другую локацию. Да, вот сюда. Вот сюда. По-моему, здесь новый вид куриц. Ну-ка, дай-ка. Да, тернистая курица. Действительно дикая птица, которая любит устроить бурю. Опасная курица, надо будет с ней поаккуратнее. Опачки, что это у нас такое? Мозги? А нет, это не мозги, что это такое? Это булыжник какой-то. Так, смайлы, кто хочет со мной поиграть? Давай вам в того пухляка запустим. Оу! А, так подожди, это же этот. Шерстяной клубок для игры с котятами. Котята, держите. Опа. Бур для продвинутых, у меня открылся бур. Новый бур, надо будет потом посмотреть на него. Ага, опасная зона. Ну что ж, я люблю приключения, надеюсь, я здесь не огребу по полной. Так, лавовые слаймы. Дружище, остынь немножечко. Остынь, говорю. Походу, его остудить водой не получится. Пройдем. Воу-воу-воу-воу, ребятки, можно я тут пролечу? Вот так вот пролетаем. Ха-ха-ха, я-то летать умею. Да ладно, медовый слайм. Ай! Мамочки, надо вас покормить. Чё они едят-то, я забыл, они мясо, по-моему, едят. Ребята, тихо, не бдите. Ешьте куриц. Все, один успокоился. Смотри, сколько плотов дал. Медовый слайм, иди сюда. Есть, медовый слайм, я его поймал. Надо еще парочку собрать. Плорты, лови водялю. Водялю лови. Лови водялю, что это я сказал? Водялю, что это такое вообще? Водицу. Остудись, дружище, дай-ка мне медового. Ништяк, двое уже есть. А, нужно еще парочку найти. А, вроде бы здесь всех медовых я собрал. Пойдем сюда, еще поднимемся. Ништяк, это прям такая радость. Медовый на... О, еще сейчас разблокируем сокровищницу. Ну-ка, что у нас здесь? Янтарная слаймовая лампа. Спасибо, у меня их уже целых 3 штуки. Я еще пока ни одну не сделал. Значит так, продолжаем. Нам нужно сюда куда-то идти. Воу, как тут круто-то ночью-то. Насос для продвинутых. Еще и насос новый открыл. Круто. Так, подожди, смотри, смотри, смотри. Курицу съели. Я хотел забрать, я думал, там новый вид куриц какой-нибудь. Ну-ка, скупнемся. Что это у нас тут за подводная какая-то штука? Кстати, у меня кислород-то не тратится. Я тут не задохнусь случаем? Я под водой летать умею. Прикол. Ага, смотри-ка, портал. Портал, куда? Портал. А, так это ко мне домой, на ферму. Отлично. Но я сперва все исследую. Подождите, рановато мне еще домой. Я еще слаймов всех не набрал. Смотри-ка, вот отсюда мы пришли, а здесь по правую руку есть тоненький такой хрупенький мост. Пойдем по нему пройдемся, посмотрим, что у нас тут. Кто-то там, по-моему, утонул, не? Опачки, опачки, а там вон сокровищница, смотри-ка, есть. А там вон какая-то пещерка, ну-ка пойдем слетаем. Или мне показалось, что это пещерка? А, да, мне показалось, что это пещерка. Ладно, возвращаемся на мостик. Ага, обломанный мост. Ёкарный бабай. Ну ничего, джетпак меня спасет.
Что у нас здесь? Советую запастись реактивным ранцем и несколькими обновлениями, прежде чем начать работать над тем, что тебя ждет впереди. Спасибо, Кэп. Да, походу здесь нужно летать. Очень много летать. Поэтому не зря нам сказали, что апгрейд ранец. Но у меня вроде второй апгрейд ранца, поэтому погнали. Погнали, что-то там бомбит, смотри. Блин, что-то как-то я очкую туда идти. Что это такое, смотри. Что это за каменистый слайм? Ё-моё, надо туда пробраться. Аккуратненько так. Ты посмотри, какие они красивые. Невидимки какие-то, я даже не знаю. Блин, а вы... Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо. Ты видел, как он? Нифига себе, нифига себе. Офигеть, какие вы здесь классные. А вы фрукты едите, нет? Едите, конечно. Какие же вы крутые покемоны. Вообще покемонов напоминает, если честно. А здесь есть простые слаймы, не скрещенные. Походу туда лучше не суваться. Смотри-ка, предводитель невидимых слаймов. Кажись, мне кто-то... Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо, ребята. Да, я ушел в нокаут. Меня, короче, эти слаймы там погрызли немножечко, побомбили и... Я профукал медовых слаймов. Короче, реально туда пока мне не стоит лазить. Так, сейчас пока соберем здесь плортики. Ребят, ну вы, конечно, молодцы тут. Ну вот, плорты мы собрали со всех ферм. Теперь надо собрать овощи. Пойдем зайдем на новую нашу овощную ферму. Глянем, что у нас там подросло. А у нас здесь уже подросло. Опачки, а вот и морковочка. Морковка пропадает, ай-яй-яй. Забыл совсем про нее. Здесь у нас пого-фрукты тоже уже пропадают. Тут у нас ока-ока. Так, и осталось еще вот эта клубника. Курица, ты любишь клубнику? Да ладно, ты не печалься, не ори на меня, никуда ты эти говорю. Новая сейчас отрастет, покушаешь. Так, значит, надо заглянуть в мои апгрейдерские штуки и апгрейдить себе энергетический блок. Апгрейдиваем. Расширитель отсек тоже апгрейдиваем. Сердечный блок тоже, чтобы хпшечки было побольше. Ну и пульсирующую волну, она мне пригодится, чтобы отгонять слаймиков. Так, ну все, вроде бы все апгрейды купил. Надо еще зайти домой и прикупить... А, есть что-то в почте. Кейси что-то прислала, неинтересно. А вот в премиальном клубе я могу купить себе обновление. Значит, улучшить крыльцо. Покупаю. Станция цветности, могу купить цветность, кобальт, молочный коктейль. Давай купим. Воу-воу-воу, еще обновление арки. Что ж я там себе купил-то? Ну-ка, пойдем посмотрим. Ой, ну все, у меня здесь прям как в деревне. Смотри, какое крыльцо красивое. А, я там еще какую-то цветность купил. А, вот, смотри, вот тут краска есть. Я теперь могу покрасить свою ферму. Ну-ка, давай попробуем. Так, классика. Нет, классику я не хочу. Давай молочный коктейль или кобальт. Давай кобальт выберем. Кобальт. Ой, ну все. Кобальт, конечно, здесь не очень смотрится, но пускай такой будет. Пришло время вернуться на новую локацию и, наконец-то, поймать себе медовых слаймов. Так, ребята, медовуха, медовухи, медовуха, медовухи. Я иду к вам. Клубника валяется, чё-то. Здорово, ребята, здорово. А, где здесь эти медовые слаймы? По-моему, нам сюда. Так, здесь неспроста эти валаны, надо сюда забраться. Ну-ну-ну-ну-ну. О, я же говорил, а вот и сокровищница. Вскрываем. Мышистое дерево. Насыщенное зеленое дерево. Отлично, будет у меня теперь в огороде насыщенное зеленое дерево. Как здесь? Есть, я нашел медовых слаймов. Надо быстрее их собирать, собирать, собирать. Так, есть. О, дабл, дабл слаймики. Ай, больно, не надо кусать меня. Еще один, все, четыре есть. Погоди, там варп, там варп. Тихо, не бомбите меня, я вас сейчас спасу. Вот так, где еще один? Получай. Все, вроде бы всех спас, я герой. А вот и шестой, иди ко мне. Ну все, теперь можно возвращаться на базу и делать загон для медовых слаймов. Как раз у нас здесь телепорт, который домой ведет, не надо будет бегать. Опачки. Ну наконец-то. Жалко только этот телепорт в обратную сторону не работает. Где моя лаборатория? Вот здесь и размещу. Так, загон, купить. Слаймики, добро пожаловать в новый дом. Наконец-то вы у меня есть.
Блин, они такие прелестные. Вот из тех слаймиков, которых я только видел, ну, за исключением невидимых, они самые красивые. Ну, конечно, на первом месте будут невидимые слаймы. Они так круто в темноте глазами светят. Невидимых я тоже обязательно раздобуду. Так, ребята, вам, значит, надо высокие стенки сделать, чтобы вы не убежали. Надо, кстати, посмотреть в слаймопедии, боятся ли они солнца. Значит так, еду они едят фрукты. Любимая еда – мятная манго. Блин, где ж такое найти-то, надо будет поискать. Я тут, короче, кое-что выписал. Оказывается, эти слаймы очень опасны тем, что они производят очень сладкий плорт. И смотри, что написано. Другие слаймы могут издалека учуять их, ну то есть сладкие плорты, и сделают все, чтобы заполучить медовый плорт. Короче, хорошо, что я этих медовых слаймов разместил в лаборатории. Здесь больше никого, кроме них, нет. Ну, только разве какие-нибудь не мои слаймы сюда забредут. Я тут, в общем, решил еще прикупить для своих загонов автокормушку, потому что это очень полезная штука. Меня порой долго не бывает, а слаймики хотят кушать, но еще и плюс плорты будут делать. Так что вот, сейчас мы затестим нашу автокормушку. Где она, правда? А, вот она. Значит, закидываем еды. Вот, пускай она и сама и кормит. Значит, можно выбрать режим. Режим черепахи, средний режим и режим кролика. Автокормежка будет им закидывать еды, ну просто пипец. Хей, доброе утро, медовые слаймы. Я вам принес фруктиков. Ваши любимые фруктики, ну-ка покушайте. Дайте-ка мне медовых плортиков. Еее, медовые плорты. Ништяк, ништяк, ништяк. Собираем. Отлично. Ништяк. Это значит, что я теперь могу в лаборатории чудить новые штуки с медовыми плортами. Так, давай посмотрим, что мы можем сделать. Насос. А, да, точно, я же хотел пасеку построить. Мне нужно 3 медовых плорта, фосфорный плорт и розовый плорт. Фосфорные у меня тут уже есть. Нужно чуть-чуть розовых добавить и, естественно, медовых. Так, розовый, пожалуйста, есть у меня. Ну, естественно, медовый. Во. Так, теперь попробуем. Изготовьте мне, пожалуйста, пасеку. Готово. И давай мы эту пасеку сейчас поставим рядом, рядышком с медовыми слаймами. Пускай смотрят на свою пасеку. Так. Вот сюда, пожалуйста, установите. О, наконец-то, пасека. Ух ты, какая она прикольная. А тут типа пчелы, что ли, жужжат? Или это маленькие слаймики жужжат? В общем, неважно. Через 12 минут я сюда прибегу и посмотрим, что отсюда вывалится. А я пока побежал за невидимыми слаймами. Хочу-ка раздобыть себе парочку штук. Ну что, готовы, невидимки? Я иду ловить вас, призраки, Ghostbusters, ё-моё. Кстати, у меня же есть еще импульсная пушка. Вот так вот она выглядит. Это, короче, отгонять слаймов. Надеюсь, она мне поможет, чтобы меня не загрызли, не сбомбили эти невидимые слаймики. Попробуем сейчас на лавовом. О, ну, в принципе, вроде отгоняет. Вот так вот я тебя отпугиваю. Отпугиваю, не подходи ко мне. Не подходи. Ой, закончилось. Блин, валим отсюда. О, тут же есть медовые. Надо их пособирать тоже. Медовуха. Опа, невидимый слаймик. Здравствуйте. Вот он, этот мост обломанный. Наконец-то я дошел. Значит, где-то здесь я сейчас повстречаю невидимок. Только сперва вот сюда заберусь. И буду теперь прыгать по грибам. Вот так. Полетели, как стрекоза. Как Марио. Точно, как Марио буду прыгать по грибам. Так, а здесь грибы кончились, значит, нам сюда. Вот сюда. Хлыбыщ. Теперь сюда. О, вон они, смотри. Вон они какие прелестные чудики невидимые. Блин, а где же найти оригинал слайма-то невидимого? О-о-о, смотри, лежит тут какое. Мятное манго, вот оно какое. Надо его обязательно посадить и вырастить. О, сокровищница. Откроем. Тихо, не мешайте мне тут. Чё упало-то? Гексосоты, офигеть. Вот это мне фартануло, гексосоты, да-да-да. Мне для лаборатории они нужны были как раз, чтобы там делать крутые штуки. Есть. Ай-ай-ай, вот она, невидимка. Чё выкинуть-то? Лавовый, иди нафиг. Есть, охотник слайм. Да бог с ним, с кроликом. Ты куриц видел? Теперь я знаю, как они выглядят. Нужно их тут насобирать побольше.
Давай прочитаем про них побольше, что о них сказано. Охотник слайм любит мясо, любимая еда – кукарикун. Охотник слайм – это дикий сородич мюрового слайма. Благодаря особой слаймологической окраске, у охотника слайма есть природный дар маскировки, что позволяет ему становиться полностью невидимым. Лишь одно выдает его в ночи – огромные миндалевидные глаза, парящие в темноте. Вот такие дела. Опачки, а у нас там есть вары, надо бы их погонять. Опачки, смотри, кого я нашел. Это же Гордо, медовый Гордо. Блин, надо будет меточку здесь какую-нибудь сделать, можно меточку поставить? Ну, пожалуйста, жалко, здесь меток нет, я ж забуду. Ладно, запомнил, сфотографировал. Ну все, пора валить уже из этого мшистого покрова домой. Хоть одного охотника я поймал. Слава богу, все-таки это охотник, его сложновато найти. Пойдем-ка здесь вот сейчас сделаем. Сейчас я ему рядом с лабораторией поставлю загон. О, наша пасека уже готова. Сейчас посмотрим, что она нам даст. Сперва только загон сделаю. Загон купить. Высокие стены купить. Воздушную сетку купить. Все. Ну что, охотник слайм, добро пожаловать. Прими окраса. По-дружески. О, круто. Какой же он классный, вообще просто. Блин, я влюбился в него. Что я там говорил? Медовый классный? Да блин, по-моему это... Блин, как... По-моему, круче, чем невидимый слайм не может быть. Так, ладно, надо медовуху... Ой, этот... пасеку открыть. Чё она там раздобыла? Так, гексосоты и жужжащий воск. Отлично. Гексосоты и жужжащий воск. Это все скидываем сюда. Так, участок земли покупаем и сажаем мятное манго. О, круто! Ну что, я думаю, что на сегодня хватит. Это был 31 день на ферме слаймов. Всем спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал, если ты еще не подписан, и писать комментарии под видео. Ну а я на этой прекрасной ноте с этим невидимым слаймом прощаюсь. Всем пока, удачки и до нового видосика. Ну, превратись еще в невидимку. Ну, в невидимку. Ну, пожалуйста, ну еще невидимым стань, а. Ну, разочек. О, круто.